Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова расположен в городе Ахтубинске, в военном городке в низовьях Волги, известный всем, кто связан с авиацией. На самом деле, история центра зарождалась не здесь. Восемьдесят лет назад создание центральных учреждений военно-воздушного флота было делом новым, архиважным, самым что ни есть столичным. И поэтому в декабре 1918 года в Москве формируется Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ. Осенью 19-го открывается авиационный техникум во главе с профессором Жуковским Николаем Егоровичем. И еще через год, 21 сентября 20-го, приказом Реввоенсовета за номером 1903 основана авиационно-испытательная организация «Научно-опытный аэродром». Местом базирования для нее определили Московский центральный аэродром, расположенный на Ходынском поле у Петроградского шоссе по соседству с ипподромом и Петровским дворцом. В то время организацией испытательной работы занималось техническое бюро, в распоряжении которого были летающие аэропланы-лаборатории. Опыты и исследования проводились также в ангарах, на динамометрической, метео- и аэрологической станциях. Привоздушные пробы аэропланов записывали скорость полета, время подъема на высоту, потолок и маневренность. Скорость определялась по километражной базе, скороподъемность и потолок по показаниям, полученным в полете летчиком, маневренность по времени выполнения фигур пилотажа. С этого начиналась методика летных испытаний, зародившаяся как наука на опытном аэродроме. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства и не зависим больше от родников. Берем курс на дальние цели. Антуан де Сент-Экзюпери, «Планета людей». Дальней целью летнабов, так назывались поначалу штурмом в авиации, стала компасная навигация – полет по прямой от одной точки маршрута до другой. «Это ненадежно», – говорили одни. «Единственно приемлемо», – убеждали другие. Этими другими были штурманы НИИ ВВС Борис Стерлигов, Сергей Данилин, Иван Спирин, которые вместе с Александром Беляковым написали первые в нашей стране наставления по аэронавигационной службе. Надежность компасной навигации они доказали в дальних перелетах Москва-Токио-Москва на НТ-3 за 153 часа, Москва-Нью-Йорк на самолете «Страна Советов» за 137 часов, в большом восточном перелете Севастополь-Тегеран-Кабул-Ташкент-Москва на 3 Р-5 за 62 часа. В статьях и многочисленных работах опытный штурман, ученый-практик Борис Стерлигов отстаивал идею, что навигация на борту самолета должна быть представлена не только указателем скорости, компасом и часами, но и радиосредствами и астрономическими приборами. По существу, в стенах НИИ ВВС были заложены основы школы самолетовождения, и в полетах доказали ее практическую ценность. В конце 20-х годов началось форсированное развитие оборонных отраслей промышленности. К примеру, за неполные 2 года испытали 25 военных и 91 гражданский самолет. Выполнили 225 задач и 111 инициативных работ. В 1926 году организация переименована Научно-испытательный институт военно-воздушных сил рабоче-крестьянской Красной Армии. На Ходынке стало тесно, поэтому приняли решение о строительстве для НИИ ВВС специального испытательного аэродрома неподалеку от подмосковного города Щелково. Из необходимого и суетного события
Перебазирование института на новый аэродром, значащийся в документах как четвертый участок, чья-то светлая голова предложила устроить парад. 11 ноября 1932 года колонна по три самолета длиной в 1,5 километра прошла над Москвой. Лидер парада – ТБ-3 с бортовым номером 311. Его командир – Валерий Чкалов. Замыкающий – Р-5, пилотируемый комбригом Адамом Залевским. «Прощай, Москва! Прощай, Ходынка!» Слитные песни моторов 46 крылатых машин отечественного производства звучала не только гордость за себя, за крепнущую родину, а и радость жить и работать для нее. 19 января 1935 года в редакцию газеты «Правда» написал письмо участник спасения челюскинцев Сигизмунд Александрович Ливаневский. «Я предлагаю совершить в 1935 году беспосадочный перелет Москва, Сан-Франциско через Северный полюс. Цель этого перелета. Первое. Установление рекорда дальности полета по прямой. Второе. Беспосадочный полет именно через Северный полюс. Третье. Установление кратчайшего пути между двумя крупнейшими пунктами мира». Идея рекордных полетов увлекла многих. Самолет АНТ-25, на котором уже был совершен полет продолжительностью более 75 часов, позволял надеяться на успех покорения Северного полюса. Сталину, Ворошилову, Аукснису писали письма, приводя убедительные доводы испытатели института Чкалов, Громов, Юмашев, Степанчонок, Ремезюк, Доронин, а также Полина Осипенко и Марина Роскова. Только через 2 года Политбюро разрешило полет Чкалову на АНТ-25 по маршруту Москва-Сан-Франциско и Ливаневскому на 4-моторном самолете Н-209 Москва-Северный полюс-Аляска. Несколько позднее решился вопрос о полете Громова на АНТ-25 по маршруту Москва-Северный полюс США до полной выработки топлива с целью установления мирового рекорда дальности по прямой. 3 самолета, 3 основные цели, сформулированные в 1935 году. Экипаж Ливаневского пропал, унеся тайну катастрофы с собой. И, может быть, сегодня, или даже сейчас, когда вы смотрите этот фильм, американская экспедиция Рона Ширдауна на северном побережье Аляски поднимает со дна Ледовитого океана обнаруженный сонарной съемкой самолет, предполагая, что это Н-209, на котором герой Советского Союза Сигизмунд Ливаневский прокладывал арктическую трассу, чтобы связать наши великие народы. Другие 2 экипажа вошли в историю авиации. Выдающийся канадский полярный исследователь Вильямур Стефансон в своей статье «Заслуга героев» писал: «На памятнике, который воздвигнет им человечество, должны быть высечены слова. До них Земля по своим путям сообщения казалась цилиндрической. Они поистину превратили ее в шар». Сегодня никого не удивишь кадрами транспортировки «Бурана» на Мрии. Но мало кто знает, что это одна из реализаций идеи, рожденной в НИИ ВВС. В 20-е годы в институте объявили конкурс на создание летающей мишени для тренировки летчиков-истребителей. Каждый участник конкурса решал задачу по-своему. Владимир Сергеевич Вахмистров предложил использовать в качестве мишени летающую модель, которую поднимал на высоту самолет. В воздухе модель отцепляли, и она начинала свободный полет. Маленькая мысль порождает большую. Модель проложила путь самолету. Так возникла тема «Самолет-звено Вахмистрова». Суть проста. Охранять дальний бомбардировщик истребителями в полете не рядом с ним, а сидя на его крыльях или под крылом, а может быть даже под фюзеляжем. Дело в том, что бомбардировщики имели дальность полета много большую, чем истребители. Подумаешь, проще простого. Подцепил и лети. А по делу сплошная экзотика.
только водрузить аэроплан на крыло носителя, чего стоило. Для выполнения первого полета на самолете «Звене» был скомплектован отборный экипаж. Командир – Адам Иосифович Залевский. На месте второго пилота – конструктор-инженер Вахмистров. Самолеты-истребители пилотировали Валерий Чкалов и Александр Анисимов. 3 декабря 1931 года состоялся первый вылет. Начинали летающий аэродром с 3 самолетов, а довели этажерку до 6. Один из истребителей подцеплялся к авиаматке уже после ее взлета с 4 другими собратьями. В самом начале войны, летом 41-го, бомбардировщик с 2 истребителями под крылом уничтожили 2-ярусный Черноводский мост через Дунай и нефтехранилище в порту Констанца. Человечество! Человечество! Зову тебя! Зову вас, люди Европы и Америки, на помощь Испании, на помощь нам, на помощь вам самим. Не дайте погибнуть этим женщинам, детям, этим мировым сокровищам. Если вы будете молчать, завтра ваши дети, ваши жены, все, что вы любите, все, что делает жизнь прекрасной и священной, погибнет в свою очередь. Армен Ролан. Летчики-испытатели НИИ ВВС стали добровольцами первой интернациональной эскадрильи. Вячеслав Кравченко, Илья Финн, Василий Сахранов. Их имена помнят на Пиренеях. Помнят первый в истории ночной воздушный бой. За образцовое выполнение специальных и труднейших заданий правительству по укреплению оборонной мощи страны звание Героя Советского Союза удостоены прима Джибели Анатолий Серов. Прошли годы, но снова и снова в локальных конфликтах, как и прежде, испытатели НИИ ВВС поднимали самолеты для проверки в боях над Кореей, Вьетнамом, Египтом, Ираком и Афганистаном. Мы все успокаиваем то, что мы провели государственное испытание самолета Су-25 на фоне боевых действий. Вот 68-м году, видишь, что такой самолет не нужен в заключении военных. Пришлось эту машину пробивать, доказывать большим начальникам, что это прекрасная машина, что в таких условиях, как Афганистан, ну, горная местность, незаменимая. У нас была задача просто провести испытания в высокогорном районе, потому что превышение аэродрома было больше километра. Ну, сняли ЛТХ, срабатывание всего вооружения в горах, а потом приступили к боевым действиям. И надо было доказать, что эта машина летает, стреляет, бомбит, всеми видами вооружения, управляемые, неуправляемые пушки. Мы даже пушки назад разворачивали, цель пролетает, она назад стреляет. Отзывы летчиков прекрасные, прекрасные. Кого не вижу, все были действующие. Спасибо за машину, спасибо за машину. Мы не забыли труднейшую из войн, Великую Отечественную войну советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Что сделал институт, его военные испытатели для победы над врагом? На второй день войны депутат Верховного Совета Степан Супрун предложил сформировать авиационные полки из испытателей на базе новейшей техники, облетанной в НИИ ВВС. Необходимость такого мероприятия диктуется тем, что на фронте очень нужен высококвалифицированный летный и инженерно-технический состав, а у многих испытателей уже есть боевой опыт. Вечером 23 июня приступили к комплектованию 6 авиационных полков. Основу этих частей составили 303 человека. Лучшие летчики, штурманы, инженеры и техники из тех, кто раньше участвовал в боевых действиях в Испании, Китае, Монголии и на Карельском перешейке. Над нашей страной нависла серьезная опасность. Что нужно понять, осознать эту опасность и перестроить всю нашу работу на военный лад. Теперь итоги 4 месяцев
войны, я должен подчеркнуть, что эта опасность не только ослабла, а не ослабла, а наоборот, еще более усилилась. Тяжелейшие дни октября 1941 года, когда от слов «немцы под Москвой» перехватывало дыхание, постановлением правительства испытатели отозвали с фронта. А как же лозунг «все для фронта, все для победы», если самых подготовленных и опытных направляют в тыл? Ответ прост. Совершенствовать и создавать новое оружие могут только испытатели. Сложна и многогранна работа по испытанию современного самолета. Перед началом испытательных полетов каждый самолет проходит наземные испытания. Его тщательно взвешивают и точно определяют центровки. Затем оборудуют сложной испытательной аппаратурой. В оборудованной новейшими приборами и аппаратурой баллистической лаборатории определяются начальные скорости снарядов и давление в канале ствола различных образцов стрелково-пушечного вооружения самолетов. Обстрел оружия производится в тире. Здесь, при определенных начальных скоростях и давлении, устанавливаются и снимаются характеристики каждого опытного образца оружия. Термобарокамера. Здесь производятся специальные испытания различных образцов вооружения самолетов. Испытания производятся при той температуре, давлении и влажности воздуха, при которых должно работать оружие в полете. Трасса. Здесь испытывается стрелково-пушечное оружие и установки, а также боеприпасы на эффективность их действия по броне и элементам самолета. Сторонним испытаниям на земле и в воздухе подвергаются ракетные снаряды. Тщательно испытывается прозрачная броня, применяемая для защиты летчика. Исследуется видимость через броню и оптические свойства. Защитные свойства брони проверяются на полигоне с применением высокочастотной киносъемки. И только после этого самолет испытывается в воздухе. Ленд-лиз из Америки и Англии. Мало кто представляет масштабы этой самой взаймы в аренду. Так дословно переводится заморское выражение «ленд-лиз». На самом деле, уже в августе 41-го в Архангельск прибыл караван судов. Он доставил 64 самолета из Англии. В 42-м году открылась северная трасса. Из Фэрбэнкса на Аляске через Берингов пролив, Чукотку, Якутию, Сибирь и Урал волна за волной боевые самолеты летели к фронтам Великой Отечественной войны. Масштабы военной помощи за годы войны были значительными. Мы получили около 6500 аэрокобр и кинг-кобр. Каждый шестой истребитель и каждый пятый бомбардировщик нашей авиации изготовлены в США и Великобритании. В боях участвовало около 3500 митчеллов и бостонов.
не на торпедной авиации, американских А-20 «Хэвок» стало больше, чем отечественных Ил-4. Всего же передано по ленд-лизу 18 297 единиц боевой авиационной техники. Полученные самолеты, сделанные по иным стандартам, имели свои изъяны. Например, основной недостаток истребителя П-39 «Аэрокобра» в том, что он легко срывался в штопор. Вывести самолет практически не удавалось из-за низкой эффективности рулей. Этой-то проблемой и занялись испытатели института под руководством известного аэродинамика Владимира Сергеевича Пышнова. В результате проведенных работ самолеты модернизировали, а для летчиков отсняли учебный фильм «Штопор самолета «Аэрокобра» и разослали в каждую воздушную армию. После начала поставки в Советский Союз истребителей П-63 «Кинг Кобра» с фронта пришло несколько тревожных сообщений. Снова штопор, как на «Аэрокобре», и недостаточная прочность при больших перегрузках. Требовались конструктивные изменения самолета. В феврале 44-го из Москвы в США были командированы летчик-испытатель института Кочетков и инженер Супрун. После наглядной демонстрации предъявляемых дефектов фирма Bell была вынуждена доработать истребитель. В числе образцов трофейного оружия, проходившего испытания в институте, Мессершмитт 163 выделялся новизной. Выполненный по схеме безхвостки, истребитель имел крыло со стреловидностью 27 градусов, жидкостный ракетный двигатель «Вальтер» с тягой 1700 килограммов, сбрасываемую после взлета тележку шасси и лыжу, выпускаемую перед приземлением. Первым оценил технические особенности перехватчика летчик-испытатель Владимир Голофастов. Из-за отсутствия ракетного топлива и недостатка опыта в эксплуатации жидкостно-реактивного двигателя так называемый «Карась» испытывался как планер. Сверхсекретное оружие Рейха применялось так. При взлете с аэродрома Ми-163 разгонялся до 800 км в час. Потом, выдвинув пушки в боевое положение, кидался в атаку. Правда, на большой скорости пушки отказывали через 3 секунды, и поэтому большого урона противнику не наносили. Еще до войны специалистами НИИ ВВС признавалась необходимость создания истребителя с жидкостно-реактивным двигателем, который обеспечил бы скороподъемность в 10 раз большую, чем у лучших перехватчиков с поршневыми моторами. В первый день войны конструктор Болховитинов направил в наркомат авиационной промышленности заявку на создание реактивного истребителя-перехватчика «Би». Приказом наркомата установили срок выпуска истребителя «Би-1» — 35 дней. Летчик-испытатель капитан Григорий Бахчемаджи выполнил первый исторический полет. Марта 1943 года при разгоне на высоте 2000 метров самолет неожиданно перешел в пикирование под углом около 50 градусов. Машина с пилотом упала в 6 километрах южнее аэродрома. Григорий Бахчеванджи погиб, столкнувшись с принципиально новым явлением – затягиванием в пикирование, справиться с которым летчику практически невозможно. Это был первый грозный звонок достижения скорости волнового кризиса на крыле, названного впоследствии звуковым барьером. Подвиг Бахчеванджи, по соображениям секретности, долгое время оставался в тени. Звание Герой Советского Союза ему было присвоено только в 1973 году. В 1944 году
за исключительные заслуги в развитии военной техники и укреплении обороноспособности страны, НИИ ВВС вначале присваивают название Государственный научно-испытательный институт военно-воздушных сил, а вскоре подписывается указ о награждении института орденом Красного Знамени. 15 августа победного 45-го летчик-испытатель ГК НИИ ВВС Андрей Кочетков в Первом Советском Союзе вылетел на Мессершмитте 262 в самолете с турбореактивными двигателями. Это было почти за год до первых полетов отечественных реактивных самолетов МиГ-9 и Як-15. Все в них казалось новым, необычным. Куда-то подевались привычные пропеллеры, и появились дыры. Дыра впереди всасывает воздух, другая сзади выбрасывает его. Одно слово – реактивная тяга. Умом понятно, а все-таки не верилось, что самолет с дырами сможет летать как следует. Однако в 1947 году на летные испытания вышли реактивные бомбардировщики Ту-12, на следующий год Ту-14, за ним фронтовой бомбардировщик Ил-28, истребитель МиГ-15 и Ла-15 со стреловидным крылом, которое изменило облик самолетов. Испытателями первых реактивных стали самые опытные летчики и штурманы. Многие из них были награждены орденами за победы в боях над Испанией, Халхин-Голом, на Карельском перешейке и фронтах Великой Отечественной войны. Начинали испытания плеяды реактивных Стефановский, Долгов, Дзюба, Масич, Пискунов, Хомяков, Антипов, Прошаков, Жданов, Цветков, Хребков, Субботин, Голофастов, Вышкин и другие. При массовом переучении строевых летчиков на реактивные истребители МиГ-15 обнаружилась некоторая строптивость характера самолетов. Компактные, простые в управлении и надежные в бою, истребители вдруг стали козлить при посадке. Дело доходило до поломок. По заданию инженеров пришлось испытателям института намеренно ошибаться, то принести повышенную скорость перед касанием, то ручку хватануть не в попад, то вертикальную скорость взломить так, что шасси вот-вот треснут. Ученые разложили по полочкам возможные ошибки пилотов на посадке и дали рекомендации по их исправлению. А сами самолеты МиГ-15 продолжали службу, оставаясь лучшими истребителями для своего времени. Освоение реактивной техники потребовало от института разработки более совершенной методики летных испытаний. За теоретические исследования в 1950 году группе инженеров ГК НИИ ВВС была присуждена государственная премия СССР. 10 сентября 1957 года в институте состоялся торжественный митинг. Выступивший на нем заместитель главнокомандующего генерал-лейтенант инженерно-технической службы Ласюков сообщил, что советское правительство высоко оценило самоотверженный труд летчиков-испытателей института, присвоив 12 из них высокое звание Героя Советского Союза. Для проведения испытательных работ институту нужны были новые филиалы, полигоны, измерительные трассы, стенды, лаборатории, научные подразделения, вычислительные центры. Опять стало тесно. В этот раз на Чкаловской, в подмосковном лесу, на аэродроме столичного масштаба. Военным не привыкать. Собрались они в 59-м году, да и поехали в бархатный сезон во Владимировку, в низовье Волги, за которой степь не огороженная, так что на любой высоте и любой скорости летай, бомби, стреляй не хочу. Там светлая волжская рыбка и арбузы, чтобы радовался. Там цветение амброзии и мошка, чтобы служба медом не казалась. В тех местах, когда-то дальних, гиблых, ссыльных, и встал Ахтубинск, лучший город земли. Ахтубинск, кто прикоснулся к этому месту,
кто прошел по взлетной полосе, или пробежал, или взлетел, кто собирал здесь тюльпаны, остается как стоп-кадр на всю жизнь. Я попал впервые сюда в 57-м году. Такое многообразие техники, таких замечательных летчиков, такой работы, конечно, это определило, в общем-то, немножко и мою судьбу в дальнейшем. Роль нашего института очень важна, потому что только он имеет право допустить на вооружение и в серийное производство всякую авиационную технику, начиная даже от летных костюмов и кончая самолетами. Экзотические испытания боевой авиационной техники всегда были коньком института. Это испытание «Бури» — межконтинентальной крылатой ракеты для доставки термоядерного оружия на дальность до 8000 километров. Она создавалась в опытном конструкторском бюро «Лавочкина». От первого чертежа до готовой машины прошло всего 3 года. Для 50-х годов «Бури» имела 100% новизну. Маршевый прямоточный двигатель, титановую конструкцию, астроинерциальную навигационную систему и боевую часть весом около 2,5 тонн. «Монстр» длиной 20 метров и весом 100 тонн имел две связки ракетных двигателей для вертикального старта и разгона до 3,5 тысяч километров в час. Испытаниями «Бури» руководил начальник одного из управлений ГК НИИ ВВС, лауреат государственной премии генерал-майор Гладилин. Посмотрите, вот установка для безаэродромного взлета сверхзвукового истребителя МиГ-19. В кабину поднимается летчик-испытатель генерал-лейтенант Благовещенский, возглавлявший институт с 52 по 59 год. Передвижная катапультная установка создавалась для взлета именно с опушки леса. Готовность к следующему старту – 1 час. А это испытание неуправляемого реактивного оружия, привычного для истребителя-бомбардировщика. Теперь оно установлено на вертолете Ми-4. Истребитель заходит на посадку. Но что это? Там, где шасси, нет привычных колес. Вместо них – лыжи, хотя на дворе не зима. Оказывается, такое приземление возможно. Да еще замечательный слалом получается. Немного жаль, что лыжный след оставляет глубокие борозды. Тем не менее, этот вариант шасси изучался для посадки на грунт воздушно-космических аппаратов. Попробуйте представить, как и чем можно измерить высоту и скорость сверхзвукового перехватчика на высоте более 20 километров? Или как в районе, имитирующем боевые действия, управлять одновременно десятками летательных аппаратов? Может быть, вы подскажете, как определить точность выдержания маршрута крылатой ракеты, когда она летит на высоте пятиэтажного дома по трассе в 1500 километров? Все это и сотни подобных задач решается огромным комплексом измерительных средств и военнослужащими института на кинотеодолитных станциях, радиолокаторах, пунктах приема телеметрической информации и вычислительных центрах. Чтобы реактивные самолеты осваивали стратосферу, опережающими темпами должны проходить испытания высотного снаряжения экипажа. В лабораториях и на стендах одновременно отрабатываются различные экипировки для дозвуковых высотных самолетов и сверхзвуковых истребителей. В специально оборудованном бомболюке размещается группа парашютистов-испытателей. Каждый по тематике испытаний отрабатывает свою задачу, а спортивные комиссары на земле фиксируют все элементы прыжка для регистрации рекорда. Десятки мировых рекордов установлены группой полковника Романюка, первого штатного парашютиста-испытателя НИИ ВВС. В 1961 году был совершен уникальный прыжок из стратостата «Волга» с высоты 25 458 метров. За этот подвиг Евгений Андреев и Петр Долгов удостоены звания Герой Советского Союза.
А теперь внимание. Беспилотный самолет. Закончив срок службы, в качестве баражирующего перехватчика, этот ветеран Як-25 не пущен под гильотину, не раздавлен гусеницами трактора, а продолжает служить в качестве мишени для отработки более совершенных перехватчиков и ракет. Его полетом управляют с земли, начиная с запуска двигателя. А было время, когда летчик покидал самолет-мишень перед пуском по нему ракеты. На том этапе вероятность травм при катапультировании была достаточно велика. Из обреченного самолета герой Советского Союза Федор Богданов прыгал 31 раз. Для уменьшения длины разбега с пороховым ускорителем взлетает Су-7Б. Если надо взлететь при максимальной загрузке с грунта, с разрушенной взлетно-посадочной полосы или с высокогорного аэродрома, то задание можно выполнить только так. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126. На его фюзеляже установлена огромная тарелка, внутри которой радиолокатор, похожий на наземный. В экипаж самолета включен полный расчет командного пункта. Ту-126 испытывался в институте, а потом нес службу в дальних дозорах над Северным Ледовитым и Тихим океанами. Стартует «Ястреб» – беспилотный самолет Ту-123 с комплексом разведывательного оборудования. Очень впечатляющее зрелище и очень впечатляющие цифры. Радиус полета 1800 км, скорость 2700 км в час. После выполнения задания «Ястреб» снижается с 18 км и в запрограммированной точке на парашюте опускает накопители информации. Тактический беспилотный разведчик ЛА-17 летает поближе, зато имеет еще одну специальность – воздушные мишени. Боевая работа. Перехватчик Су-15 атакует бомбардировщик Ил-28 ракетой «Воздух-воздух». Истребитель МиГ-21 отрабатывает оружие по наземной цели. Дозаправка в полете считается очень сложной задачей. Систему заправки, названную шланг «Конус», разрабатывал Владимир Сергеевич Вахмистров, в прошлом автор известного самолета «Звена». На самолете весом без малого 200 тонн надо заправочной штангой попасть в юбку, которой заканчивается шланг танкера. Были и другие системы заправки, более затейливые и более строгие к технике пилотирования. Посмотрите, как выглядит заправка самолета Ту-16 по системе крыло-крыло. Парашютик вытягивает из крыла тросик, на котором закреплен шланг. Самолет, который должен заправиться, ложится крылом на трос и начинает перемещаться вправо-влево, чтобы тросик попал в проушину, как нитка швейной машинки, а потом начинает медленно отставать. Когда к проушине подходит шланг, захват автоматически подключает его к заправляемому самолету. Остается заправщику этим же тросиком подтянуть шланг к себе и подключить подачу топлива. До того, как люди прочувствовали невесомость при свободном парении в большом объеме, явление изучали на самолете лаборатории МиГ-15. Топливные и масляные системы были специально доработаны. Это обеспечивало устойчивую работу двигателя, когда керосин не покоится на дне бака, а ведет себя как вода, которую пытается пить экспериментатор. Самолет мчится по сложной кривой, круто набирает высоту, потом стремительно снижается. Посмотрите, к шлемофону летчика привязан белый шарик. Он будет парить в кабине, пока не закончится режим невесомости, продолжительностью около 40 секунд.
1975-76 годах испытывались в институте два американца, попавшие на Ахтубинский полигон в качестве трофея вооруженных сил Вьетнама. Один американец – штурмовик А-37, другой – истребитель F-5, который доставил немало хлопот. Сначала, без описания и схем, восстановили поврежденную при транспортировке электрическую систему самолета. Потом научились обслуживать непривычный для нас планер, силовую установку, оборудование и вооружение. Следующим шагом стали полеты на трофейном истребителе испытателей института Александра Бежевца, Николая Стогова и Владимира Кандаурова. Но главной целью военно-научного изучения F-5 ставилось введение воздушных боев с истребителем МиГ-21БИС. Созданные в конце 50-х эти два самолета, очень близкие по характеристикам, имели однотипное оружие. Даже модернизировали их примерно в одно время. Истребители жили в параллельных мирах и в боевых действиях никогда не встречались. Не встречались. До Ахтубинска в 75-м. Наши ученые предполагали преимущество МиГ-21, но американец выиграл все поединки. Анализ боев позволил строже сформулировать требования к летным характеристикам, оборудованию и вооружению отечественных самолетов следующего поколения. Другие испытания еще несколько лет назад были за плотной завесой тайны. Сегодня уже названы ученые, конструкторы, испытатели самого мощного, можно сказать, чудовищного оружия. Итак, вернемся к истории. Малыш родился резвым. Такое сообщение получил президент США Труман на переговорах со Сталином и Черчиллем в Потсдаме. Эта условная фраза означала успех ядерного испытания 16 июля 1945 года в Лос-Аламосе. Атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки Америка демонстрировала право силы и заявку на мировое господство. Нашей обескровленной родине стал необходим ядерный щит. В 1946 году решением правительства создается конструкторское бюро КБ-11 для разработки ядерного оружия. Сразу было определено, что атомная бомба должна быть авиационной. Следующим шагом стало решение о создании авиационного полигона в Крыму на аэродроме Багерово. Научно-исследовательскую часть 71-го полигона ВВС возглавил один из руководителей ГКНИ Виктор Андреевич Чернорез со своей командой инженеров-испытателей. И этот малыш, выпорхнувший из стен института, тоже оказался резвым. Полигон обеспечил 178 воздушных испытаний при сбрасывании ядерных и термоядерных бомб на Семипалатинском и Новоземельском боевых полях. Первое воздушное испытание атомной бомбы состоялось 18 октября 1951 года. Бомбометание самолета-носителя Ту-4 выполнил экипаж Героя Советского Союза подполковника Уржунцева. Самый мощный взрыв за всю историю ядерных испытаний был при сбросе супербомбы 50 мегатонн тротилового эквивалента на полигоне «Новая Земля» 30 октября 1961 года. Бомбометание проводилось с самолета-носителя Ту-95 экипажем майора Андрея Дурновцева со штурманным бомбардиром Иваном Клещом. Тогда облако грибовидной формы развивалось необычайно быстро. Примерно через 10 секунд после взрыва оно поднялось до 30 километров, а потом достигло 65. Диаметр ножки гриба – 28 километров, а облако верхнего яруса – 95. Взрыв наблюдался на удалении до 800 километров.
На всех континентах были зафиксированы мощные сейсмические волны, обогнувшие земной шар. Сама Земля содрогнулась, оказавшись действительно хрупкой и беззащитной планетой. Декабря 1962 года эпопея ядерных воздушных испытаний была закончена введением моратория. А через 10 лет 71-й полигон директивой Генерального штаба был реорганизован в одно из управлений ВКНИ ВВС. Более 270 военнослужащих полигона были награждены орденами и медалями. Лауреатами государственной премии стали 11 человек, звание Герой Советского Союза удостоены четверо. С такими заслуженными наградами возвратились в институт испытатели ядерного щита страны, которые до сих пор вызывают уважение во всем мире. В конце 60-х годов в институте для полного комплекта недоставало более 20 летчиков и штурманов-испытателей. В 1972-м было принято решение о создании центра подготовки летчиков-испытателей. А в 1973-м сделали первый набор слушателей. Многие годы летчики писали рапорты, рвались сюда, но очень сложно было сюда попасть. И, наконец-то, вот это вот занавес или окно, или барьер приоткрылся. Набрали сразу 22 человека. И люди были там, пришли сюда уже выдержанные, которые, значит, ну что только не делали, чтобы попасть на испытательную работу. Авиация стояла на пороге очередной ступени – перевооружения. Выходила новая авиационная техника. Энтузиазма было хоть отбавляй. Вертолет – летательный аппарат, у которого подъемная сила и пропульсивная сила для горизонтального полета создаются одним или несколькими несущими винтами. Энциклопедия «Авиация», страница 130. Аппарат без крыльев москвичи впервые увидели на Тушинском параде в 1946 году. Эффективное развитие и использование вертолетов началось после окончания Второй мировой войны. Поздний ребенок авиации был проблемным. Вопросы, решенные для самолетов несколькими десятилетиями раньше, не были даже сформулированы применительно к винтокрылой технике. Подготовку к первым государственным испытаниям отечественного вертолета Г-3 в октябре 1946-го в институте начали с поиска литературы. Методики испытания вертолетов не существовало. Было решено испытывать их как самолеты, исключив из программы взлетные характеристики. Новизна работ таила в себе сюрпризы. Летчик-испытатель Александр Кузьмич Долгов, освоивший более 100 типов самолетов, закончил летную карьеру 7 января 1947-го повреждением позвоночника при аварии геликоптера Г-3. Начало 1949-го запомнилось потерями. На летающем мотоцикле К-10 отказала муфта свободного хода. Погиб Михаил Дмитриевич Гуров. Матвей Карлович Байкалов разбился на Ми-1 из-за разрушения трансмиссии хвостового винта. Поразительное упорство, с которым коллективы АКБ и института продвигались к новым показателям грузоподъемности, скорости, максимальной высоты, напоминало недавнюю войну. Вперед, не считаясь потерями. Ми-4 залетал. И сразу приступили к исследованию ключевых вертолетных режимов. Посадка с выключенным двигателем. Полеты в горах. Работа с ограниченных площадок. Транспортировка крупногабаритных грузов на внешней подвеске. К-15 предназначался для военно-морского флота в качестве корабельного разведчика.
ходе испытаний круг задач расширился, и он приобрел ряд гражданских специальностей. Менее чем через 10 лет с появлением первых вертолетов с поршневыми моторами на государственные испытания в ГКНИИ поступил вертолет Ми-6 с газотурбинными двигателями. Самолетам понадобилось для перехода на реактивную и силовую установку более 50 лет, а более тихоходные вертолеты пробежали эту же дистанцию в 5 раз быстрее. Грузоподъемность Ми-6 и его младшего брата, летающего крана Ми-10, была удивительной. Кроме мачт высоковольтных линий, труб большого диаметра, эти мастодонты способны перевозить на внешней подвеске боевые самолеты. В августе 69-го вертолет В-12 поднимал уже 40 тонн груза на высоту 2250 метров, что является абсолютным мировым рекордом до сих пор. Облетывали этот гигант заслуженные летчики-испытатели СССР, полковники Кравченко, Елисеев. Долгое время военные считали главной задачей вертолетов внезапную высадку десанта и легких артиллерийских орудий на поле боя. Стрелковое и реактивное оружие на вертолетах появилось позднее. Испытания в новых вооруженных вертолетов, это оборудованных на базе транспортных и связных вертолетов, показали сразу слабость узлов крепления, возгорание обшивки вертолета при стрельбе, особенно при пусках ракет, при залповой стрельбе, повышенные вибрации, которые влияли не только на комплекс вооружения, но и на приборы, на оборудование вертолета. Жизнь показала, что вертолет, боевой вертолет, должен быть специально создан боевым изначально. И такими вертолетами позднее к нам пришел вертолет Ми-24, Ми-28, К-50. В свою очередь, бронетанковая техника стала оснащаться средствами борьбы с вертолетами. Еще вчера вопрос, кто сильнее, вертолет или танк, был нелепым. А теперь возникла научная проблема по обеспечению боевого преимущества вертушки. Военные вертолеты, как всякое оружие, непрерывно совершенствуются в течение всего периода эксплуатации. Ветеран Ми-17 после установки на него современной авионики и приборов ночного видения по эффективности сравнивается с вертолетами более поздних выпусков. Общее число вертолетов во всем мире – 104 тысячи. Из них в нашей стране и по нашим лицензиям построено около 30 тысяч. Более 120 мировых рекордов, составляющих большинство всех зафиксированных, установлены отечественными аппаратами. Таков результат усилий института, испытавшего каждый вертолет. Все-таки удивительно мощные и грозные машины К-50 «Черная акула» и К-52 «Аллигатор». Нацеленность на боевую задачу продумана до тонкости. Обнаружить и опознать цель, внезапно атаковать и мгновенно раствориться в облаке помех. Сегодня по-другому на поле боя действовать нельзя. Ми-28 несет на себе целую орудийную башню танка и сам способен выстоять при попадании снаряда по кабине. Максимальная живучесть для экипажа, максимальный вес боевого заряда в залпе, наибольшая дальность стрельбы – таково заключение военных испытателей. Последняя модификация этого вертолета – Ми-28Н. Ночной охотник способен выполнять боевую задачу круглосуточно. Проще говоря, и днем, и ночью с одинаковым успехом.
В архиве мне попался любопытный документ. Вот его содержание. Парашют вообще в авиации вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, предоставляя самолеты гибели. Дата и подпись неразборчивы. Так мог написать только чиновник, а вождь народов полагал иначе. «Ваша жизнь дороже нам любой машины», сказал Сталин, и в 1927 году Советский Союз закупил несколько сот американских парашютов фирмы «Ирвинг» по цене $600 за штуку. Тогда же в качестве обязательной принадлежности военного летчика узаконили парашют. Большинство пилотов отнеслось к зонтикам скептически, пока парашют не спас нескольких испытателей, в числе которых был и Михаил Михайлович Громов. После этого отношение летного состава к парашюту стало меняться. Появились добровольцы-прыгуны. Одними из первых были летчики-испытатели Минов и Машковский. Через год в институте возникла опытная мастерская по проектированию и изготовлению парашютов. Августа 1930 года состоялась первая показательная воздушно-десантная операция. Это событие стали считать рождением воздушно-десантных войск, названных в народе войсками дяди Васи, по имени командующего ВДВ Василия Маргелова. Для нового рода войск создаются новые средства десантирования боевой техники. Решается задача молниеносного превращения десантников из мишени под куполами в боеготовную группу, собранную в нужном месте в единый кулак, вооруженную бронетанковой техникой и орудиями. Сегодня испытатели парашютов внедряют более современную технику. Систему мягкой посадки платформы на воздушной подушке, парашют-крыло и систему десантирования грузов с высот от 3 до 7 метров. Но главной задачей парашютистов-испытателей института были и остаются разработка методов и средств спасения экипажа. Реактивная авиация с ее сверхвысокими скоростями, казалось, положила предел для спасения летчика. Ему не выбраться из кабины через прессованный воздух, если скорость самолета превышает 500 км в час. Ткань купола тоже не обеспечивает прочности при динамическом ударе в момент раскрытия парашюта. Преграды для спасения летчика традиционными методами казались непреодолимыми. Решением проблемы стало создание катапульты. Первое катапультируемое кресло было разработано ВКБ «Микояна» и установлено на самолете УТИ-МиГ-9. Испытание катапульты успешно выполнил капитан Быстров 7 октября 1948 года. В начале каждая АКБ конструировала собственные системы катапультирования для своего семейства самолетов. Несколько позднее разработали и испытали унифицированные кресла К-36, которым оснастили практически все современные боевые самолеты, находящиеся в строю. Без кресла не выжить летчику на предельных перегрузках в бою. Без катапульты не спастись в случае аварии во всем диапазоне высот и скоростей. Современные катапультируемые кресла К-93 это автономный летательный аппарат. Он имеет собственный реактивный двигатель твердого топлива,
стреляющие механизмы, систему притяга, множество пиропатронов, рулей, парашютов, объединенных электронной автоматикой со своим источником питания. Наземные испытания катапультных систем проводятся в аэродинамических трубах, на центрифугах, многочисленных стендах. Летные испытания необычайно опасны и сложны. Начинает их Иван Иванович, точный габаритный весовая копия испытателя, а продолжает уникальный профессионал. При этом парашютист-испытатель для кресла такой же крестный отец, как летчик-испытатель для самолета. Катапультное кресло К-93 отрабатывает парашютист-испытатель первого класса Игорь Тарелкин, имеющий более 4000 прыжков и катапультирований, из них свыше 2000 испытательных и экспериментальных. Прежде чем пойти на такой, как бы сказать, эксперимент, естественно, люди должны быть и готовы. Сейчас, в принципе, в группе, в основном, это выпускники Академии имени Жуковского, которые прошли полный цикл обучения, значит, Московского авиационного института. То есть теоретическая база хорошая. Что касается практики, то на сегодняшний день это, конечно, несколько хуже. Почему? Потому что люди готовы выполнять прыжки хоть каждый день, но по определенным причинам это не всегда получается. Здесь, конечно, положительную роль играет то, что очень крепкая связь с научно-производственным предприятием «Звезда», значит, у которых еще не то что еще, а сохранены все стенды, лаборатории, которые помогают парашютистам-испытателям подготовиться к таким сложным экспериментам, в частности, вот, катапультированием. Кстати, должен сказать, что единственная группа в военно-воздушных силах и вооруженных силах, которая имеет право для принятия на снабжение всей техники, которая проходит на испытаниях, именно для вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня группа парашютистов-испытателей института единственная в мире выполняет испытания катапультных систем с участием человека. Эта группа людей опасной профессии сделала главной целью своей жизни безопасность военных летчиков. На случайно отснятых кадрах видны трагические моменты аварии различных самолетов. Общим является только полная безысходность для летчиков и результат. Катапульты буквально спасли им жизни. Лететь шарик всего за полтора с небольшим часа – мечта каждого летчика. Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венчает мысль. Константин Эдуардович Циолковский.
Когда появилась идея многоразового воздушно-космического корабля, на Ахтубинском полигоне залетал «Лапоть». Такое аэродромное прозвище прилипло к изделию 105-11, экспериментальному орбитальному самолету. На нем проводилась имитация атмосферного участка захода на посадку при возвращении из космоса. Ноября 1977 года летчик-испытатель Авиард Фастовец выполнил отцепку от самолета Ту-95 на высоте 5000 метров. Этим открывалась принципиальная возможность запуска орбитального самолета в любой географической точке и его посадки на любой аэродром. Где-то в декабре 1978 года в ЦПК были приглашены 6 летчиков испытательных, опытных. Лиев имени Грома во главе с Игорем Волком и 6 точно таких же опытных. Может, никто не сравнивал. Опытные летчики, во главе которых пришлось стать мне. И мы сразу же приступили к общекосмической подготовке. Общекосмическая подготовка состояла, естественно, теоретическая часть, очень обширная. Это потом тренировки на выживание, которые, правда, потом размазались немножко по годам. В 70-м году общекосмическая подготовка была закончена. Группа военных летчиков-испытателей, которая создавалась специально для полетов на воздушно-космическом корабле «Буран», оказалась органично вовлеченной в процесс его создания. Начали с результатов испытаний мелкой птахи – лапти. Но как маневрировать 100-тонной птичкой, чтобы без двигателя угодить на ВПП аэродрома? Без летающих лабораторий, имитирующих низкое аэродинамическое качество, проблему не решить. Сначала выбрали сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Вес у него самый подходящий. Но чтобы соответствовать расчетным характеристикам воздушно-космического корабля, все время приходилось пилотировать за пределами ограничений. От этого варианта решили отказаться. Перехватчик МиГ-25 оказался более подходящим для имитации бездвигательной посадки со стратосферных высот. Для аэродинамического сходства перехватчика с «Бураном» самолету придавали нестандартную конфигурацию. Шасси выпускали на высоте 20 километров. Тогда же выпускали тормозные щитки и закрылки. А двигатели дросселировали до малого газа. На лаборатории МиГ-25 тренировался летчик. Одновременно создавался новый тип наземного командно-информационного пункта, аналогов которому не было ни в авиации, ни в ракетной технике. Но все же основная работа велась на летающих лабораториях Ту-154. Там полкабины слева, все как на обычном лайнере. Полкабины справа, все как на «Буране». Не штурвал, а ручка, другие пульты, сигнальное табло, приборная доска и дисплей. Когда на высоте 10 километров включали реверс тяги двух двигателей, выпускались интерцепторы и шасси, лайнер колуном гудел к матушке-земле, чтобы после двух выравниваний коснуться ВПП на скорости 320-350 км в час. Проходит расширенное заседание Медсовета. Принято решение о полете военных. И потом следует конкретная уже подготовка конкретная. Вам нужен полет прямо на совещании. Вам нужен полет на лаборатории? Нужен. Выполняйте. Совещание продолжается. Выполняем доклады. Выполнили. Все нормально. Тренировка в запуске двигателей на «Буране» нужна? Нужна. Идем, тренируемся. Приходим, докладывать. Заседание Медсовета продолжается. Так, все готовы? Все готовы. Матчасть готова? Готова. 10 ноября 1985 года состоялся первый полет БТС-002. Так назывался аналог «Бурана» для горизонтальных летных испытаний.
с целью отработки посадок по штатным траекториям спуска в ручном и автоматическом режимах. Заходы осуществлялись по бездвигательной схеме. 6 полетов на БТС выполнили полковники Иван Бачурин и Алексей Бородай. Сотни народа стоят. Сотни людей стоят, ждут. А буднично так выходим, подходит ведущий. Ну, пойдемте сразу на разбор. Ну, на разборе закладываю характеристики такие, такие. Самолет очень точно выполняет все режимы. И сразу же, это не на разборе, а сразу добавляю. Проще в системе, в управлении на заданных вот режимах я самолета не знаю. Разве что Су-27, который очень приятное управление. А из десятков тех типов самолета, которые я знаю, это самый простой самолет. Но груз ответственности в этих полетах был, естественно, наивысший. Он самый простой, а самый простой, потому что мы его именно летчики-испытатели отрабатывали. Мы к этим режимам шли. Работа по испытаниям «Бурана» может служить своеобразной вехой на пути, пройденном институтом от первых проверок пулеметной стрельбы с аэроплана до участия в создании сложнейшей ракетной космической системы. В 1990 году ГК НИИ ВВС поменял название и стал государственным летно-испытательным центром имени Чкалова. Объем задач и перечень работ остались по-прежнему актуальными. Наш центр является единственной организацией в России, которая занимается испытанием авиационной техники военного предназначения. Никто, кроме нашей организации, не в состоянии выполнить на сегодняшний день эту задачу. В этом заключается уникальность нашего центра. Центр никогда не испытывал недостатка в работе. Несмотря на довольно сложные экономические условия, в которых происходит работа в настоящее время, мы продолжаем испытания новых современных образцов авиационной техники и вооружения для наших военно-воздушных сил. Танкер Ил-78 заправляет Су-27 и Су-24. Проверяя возможность одновременной заправки разнотипных самолетов, выясняют, насколько возрос рубеж ударной группы, как влияет разный уровень подготовки летчиков и многое другое. Надо, чтобы все пилоты действовали одинаково при дозаправке и днем, и ночью, с надежностью ружейного патрона. Ткнешься на маленькой скорости, не сработает устройство сцепки, не получишь топливо. Едешь на большой, не затормозишься, намотаешь на себя шланг с топливом. И хорошо, если не сгоришь или не протаранишь заправщик. Вот и начали устанавливать подвесные агрегаты заправки на Су-33 и тренироваться. Истребитель по истребителю. Все-таки особенность ГЛИЦ – доводка оружия на каждом новом типе самолета. Сегодня удача, точно в яблочко, перекрестие цели. А сколько воронок за пределами круга? Так за каждой победой, за каждым именем, названным в фильме, стоят десятки и сотни специалистов в лабораториях, вычислительных центрах, на стендах. Хорошо идет.
Не правда ли красиво? Но присмотритесь, это полет без фонаря, и летчику в кабине не до красот. Надо выживать. Именно выживать в открытой кабине при температуре минус 56 с ветерком. Выживать без фонаря, за границами которого воздух спрессован, как стекло. Надо вытерпеть, чтобы потом на земле несколькими короткими строчками записать в отчете. На такой-то скорости можно достать все органы управления. На такой скорости радиосвязь еще различима. С такой начинает выволакивать из кабины. В конце отчета летчик допишет: сознание не терял, самочувствие удовлетворительное. И распишется: полковник Маликов. Наконец-то дожили и до этого дня. Из дальнего похода на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» вернулась группа офицеров с 5 летчиками-испытателями ГЛИЦ. Сделанное ими стало эталоном для российских летчиков корабельной авиации. Испытательная бригада с дальнего похода с боевой службы вернулась. Потерь нет. Рапорт представляю. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас с возвращением на родную Ахтубинскую землю. Ура! 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 Вольно! Вольно! Или вы уже такие закаленные, да? Прямо скажем, подобраны были самые способные, можно сказать, даже талантливые летчики-испытатели. Позволили нам без крупных неприятностей выполнить эту работу. 7 декабря 1995 года мы отошли от стенки в Ведяево, отбуксировали нас на авианосце, и мы отправились в поход. Группа испытателей без предварительной подготовки на трамплине и наземном аэрофинишерном комплексе проводил испытания с палубы авианосца на самолетах Су-27К и Су-25УТГ. На основании разработанной в походе методики они готовились сами и подготовили к боевой службе на корабле летчиков военно-морского флота. Самым главным итогом похода был рапорт. Все задачи выполнены, потерь нет. Трое летчиков-испытателей ГЛИЦ, участвовавших в боевой службе на авианосце, удостоены звания Герой Российской Федерации. ...929-й ГЛИЦ был, есть и всегда будет главным центром, который дает путевку жизнь всей авиации вооруженных сил России. Будущее у него нисколько не будет омрачено такими глобальными потрясениями с точки зрения сокращений или уменьшения задач. Наоборот, задачи возрастают. Работы и сейчас много, и впереди ее много. Поэтому я хотел бы пожелать всем, кто служит, трудится в этом прославленном центре, успехов и оптимизма, твердой уверенности в своей необходимости. Они нужны России, они нужны военно-воздушным силам и вообще, даже я там больше того сказал бы, нужны мировой авиации. Потому что отдельно летательные аппараты, которые получили путевку в жизнь в ГЛИЦе, они признание получили мировое. Перечислять, наверное, не нужно. Это история, она подтверждена практикой авиационных стран. Россия без ГЛИЦ не может существовать. Я бы так сказал. Ибо Россия была, есть и, конечно же, будет великой мировой авиационной державой. За 80 лет Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова прошел беспримерный путь накопления и обобщения опыта практически всей отечественной авиации. Этот опыт проверен в небе и боях всеми поколениями летчиков-испытателей. В центре закладывались новые направления авиационной науки, методики летных испытаний и самолетовождения. Сотрудники центра участвовали в создании систем оружия
и ядерного щита страны. Здесь формировались рода войск. Здесь основали единственную в стране школу подготовки военных летчиков, штурманов и инженеров-испытателей. Поистине, таким уникальным центром можно гордиться не только сотрудникам, а должно гордиться всей Россией.